Всем привет! Меня зовут Владислав Скульский, и я представляю Донецкую Народную Республику. До марта 2014 года я был солистом ансамбля МВД Украины. Но произошел Майдан, в Донецке началась война. Из ансамбля мне пришлось уволиться. Из-за войны мы потеряли квартиру. И я тогда принял решение переехать в Москву, где я остался. И больше года я не мог приехать к себе домой, увидеть семью. Иногда даже связи не было. Я хочу пожелать своему родному краю, нашей республике, мирного неба. Это самое главное. Пусть объединяет музыка и любовь все сердца. Хочу, чтобы наши жители были счастливы.